Система безопасности в новых школах Алматы уже изначально внесена в проект. Камеры видеонаблюдения, круглосуточная охрана и турникеты на входе. Все это должно способствовать безопасному и комфортному пребыванию детей и преподавателей в учебных заведениях. Тему продолжат наши корреспонденты в регионе. В новых школах Алматы, которые строятся и сдаются в эксплуатацию в крупнейшем городе Казахстана, система безопасности изначально внесена в проект. Камеры видеонаблюдения, турникеты и другие средства контроля дополнены умной системой Face ID. Параллельно менее функциональные здания старых школ также оснащаются подобными средствами. В алматинской гимназии номер 34 система Face ID внедрена в сентябре прошлого года. Пока контроль проходит только сотрудники учебного заведения. Но здесь уже работают над созданием электронной базы данных всех участников. Тогда камеры будут распознавать всех. Понятно, что сверхзадача системы – не допустить в учреждение посторонних людей. Также Face ID будет фиксировать время прибытия и ухода детей домой, а родители получают соответствующее оповещение по СМС. Пока же ученики проходят здание по персональным ID-картам. Школьники у нас пока не включены по Face ID, они проходят только через карты. Также карты у них именные и с QR-кодами, которые прикреплены к ЕСХНА. Платежная система в школьных столовых у нас, она прикреплена к базе данных НОБД. То есть каждый родитель может оплачивать на карту какие-то средства и все видеть это по картам. В школе обучаются 2154 ученика, работают 180 сотрудников. На центральном входе расположена система СКУД, которая включает в себя три турникета с шестью терминалами. На каждом терминале расположена возможность зайти детям по карточке с фиксацией времени, во сколько зашел, с фиксацией времени, во сколько вышел ребенок со школы. Помимо системы Face ID и турникетов, здание учебного заведения не имеет так называемых слепых зон. Внутри установлены 87 камер видеонаблюдения, снаружи 34. При этом сигнал более чем с 20 из них поступает в оперативный центр департамента полиции. Вся территория гимназии круглосуточно просматривается по периметру. Комплексная система безопасности гимназии включает в себя межведомственную охрану. Это расположение трех пунктов охраны, два из которых находятся внутри школы, один расположен на территории гимназии. В течение дня каждые два часа межведомственная охрана обходит всю территорию, обходит внутри всю гимназию. Все это дополняет три кнопки быстрого реагирования. Одна расположена в подсобке на центральном входе, две остальные у сотрудников охраны на специальных брелоках. В случае какого-либо инцидента или чрезвычайной ситуации в школу прибудет опергруппа. Однако стоит упомянуть, что подобная образцово-показательная архитектура безопасности создана далеко не во всех учебных заведениях города. Тревожные кнопки есть только в 214 школах. Турникетами оснащены 98 заведений. Умная система Face ID работает в 41 школе мегаполиса. Григорий Беденко, Гафу Уали, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.